Стоит ли рассказывать о Карлсоне? Да, конечно, стоит. Карлсон – маленький, толстенький, самоуверенный человечек, представляющий собой достаточно эгоистичное лицо с ярко выраженными чертами трикстера. Сам он представляется как красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. У этого умного, красивого и в меру упитанного мужчины появляется друг малыш, кстати, у которого очень большая семья. Хотя малыш была любимицей всей семьи, которого все баловали, в этот день ему не повезло. Мама снова отругала сына за порванные штаны, сестра извительно посоветовала вытирать грязный нос, а папа отчитал за то, что он поздно пришел из школы. Расстроенный малыш отправился в свою комнату, и тут прилетел Карлсон, который оказался исключительно хвастливым и самоуверенным. В частности, назвал себя лучшим в мире специалистом по паровым машинам, и поэтому берется запустить игрушечную паровую машину малыша, в результате чего последняя взрывается. Но Карлсон ничуть не расстроен и продолжает называть себя лучшим в мире специалистом по любым вопросам. Карлсон улетает, но обещает малышу обязательно вернуться. Со временем они начинают все чаще видеться. Книжечки доступны для заказа в нашем онлайн-магазине mneknigu.de. Будем вас ждать!